сестры. Приветствую вас, друзья мои. В феврале 2020 года я была на ярмарке сыров «Форматикум», которая проходила в Риме в районе Трастевери. Это была уже вторая ярмарка редких фермерских итальянских сыров, на которой можно было дегустировать и покупать понравившиеся сыры. Вход на ярмарку стоил 5 евро. Если в прошлом году я сняла полноценное большое видео, то в этот раз я так увлеклась дегустацией, что про съемку вспомнила только перед уходом. Кто подписан на мой инстаграм, уже видели это видео. Я опубликовала его еще в феврале, а на YouTube хотела загрузить позже, так и забыла. Так что сегодняшнее видео состоит из неопубликованных кусочков видео. В это сложное время, когда мы всем миром сидим на карантине, я пересматриваю архивы, и у меня, оказывается, еще много чего интересного есть. Более молодые сыры мы пробовали ложками, посыпая сверху изюмом или орехами. Очень вкусно. Более твердые сыры были нарезаны и подготовлены для дегустации. Мне кажется, что я попробовала все сыры на этой ярмарке. Были разнообразные йогурты, мы их тоже дегустировали. Йогурты наливали в маленький пластиковый стаканчик. Сыр с лимоном, с острым перчиком, с трюфелем. А это сыр с салями внутри. Подкопченый сыр. Одно удовольствие ходить на такие ярмарки. Голодными вы оттуда никогда не уйдете. Итальянцы любят угощать. И вы попробуете редкие фермерские итальянские сыры. 18 февраля 1564 года Микеланджело, скульптор, художник и архитектор, скончался в самом бедном районе Рима. И уже на рассвете следующего дня представители Папы Римского ворвались в мастерскую мастера, чтобы отыскать что-то важное, но почти ничего не нашли. Перед смертью Микеланджело сжег свои рисунки и бумаги. А вскоре после этого тело Микеланджело исчезло. Его перевезли во Флоренцию. Почему же церковь, которой служил Микеланджело почти 50 лет, не проводила достойно мастера в последний путь? Долгое время это оставалось загадкой. Эту тайну сумели разгадать, когда реставрировали гробницу папы Юлия II, которая находится в базилике Сан-Пьетро ин Винкули в Риме, над которой долгое время работал Микеланджело. Начав работу над гробницей, уже через некоторое время Микеланджело отвлекли на роспись Сикстинской капеллы. Этот грандиозный проект занял у него почти 5 лет. Вернувшись к работе над гробницей, Микеланджело понадобилось около 40 лет, чтобы завершить ее. Причем конечный результат значительно отличался от первоначальной идеи и был полон деталей со смыслом и символов. Микеланджело входил в круг людей, чьи религиозные взгляды могли пошатнуть репутацию католической церкви. И казалось, вот-вот начнутся перемены. Ведь людей, которые хотели изменить католическую церковь, становилось все больше и больше. Мастер переделал скульптуру Моисея в последний момент, повернув голову влево. Сначала Моисей смотрел прямо на алтарь, где священник служит службу. Но спустя десятилетия Микеланджело не захотел, чтобы Моисей смотрел на алтарь и повернул ему голову. У Микеланджело появилось недоверие к церкви. Отведя взгляд Моисея от алтаря, он напрямую заявил связь человека с Богом без помощи папы. Так гробница, которая должна была славить папу Юлия II, превратилась в религиозный манифест.
Микеланджело в это время понимал, что символика, которая спрятана в гробнице, могла стоить ему жизни. Поэтому перед смертью он сжег все свои рисунки. Тайная символика спрятана не только в скульптуре Моисея. Микеланджело изобразил папу Юлия II очень маленьким, и в фигурах, стоящих по бокам, тоже есть свои секреты. Сколько же еще тайн спрятано в скульптурах и картинах того времени, когда люди не могли говорить напрямую? А вот так в церкви проходят реставрационные работы. На улице 20 сентября в Риме находится казарма итальянской элитной воинской части и почетного караула президента Итальянской республики. Сегодня я проходила мимо и видела, как элитные войска выехали из казармы. Может быть, на тренировку, которую частенько проводят на вилле Боргезе, а может быть, направляются на какой-то праздник. Сейчас 9 часов утра. В это время в любом городе мира на улицах пробки. Люди спешат на работу. И элитные войска президента Италии тоже стоят в пробке. Обратите внимание, из казармы выехала машина. Она убирает лошадиный навоз и тут же моет дорогу. Вот после них точно всегда на дорогах чисто. Кто из вас увидел и узнал достопримечательности на улице 20 сентября? Напишите в комментарии. Поле тюльпанов, которое находится рядом с нашим домом. В этом году мы любовались на него только из-за забора. А в прошлом году, помните, я здесь снимала видео. Наши каждодневные прогулки с Сиси возле дома. Thank you.
Мы находимся сейчас возле одного из парков Рима. Все парки Рима закрыты, и двери опечатаны. Всеми любимая площадь Испании. Она находится в самом центре Рима и состоит из двух неравных треугольников. В большом треугольнике находится фонтан Боркаччо и испанская лестница, ведущая от фонтана на холм Пинчо к церкви Тринитаде и Монти. А в маленьком квадрате находится колонна непорочного зачатия и давшей площади название Дворец Испании. Фонтан Боркаччо построили в 1627 году Пьетро Бернини и его знаменитый сын Джан Лоренцо Бернини. Этот фонтан в память о наводнении, когда на залитую водой площадь села на мель барка. Вот и фонтан выглядит в виде полузатонувшей лодки. Если присмотреться к фонтану, на нем изображена фамильная символика Барберини – солнце и пчелы. К этому семейству принадлежал папа, заказавший этот фонтан. Вода в фонтан поступает из построенного до нашей эры античного акведука Аква Вирго. Напор воды в этом месте невелик, и фонтан пришлось строить ниже уровня площади. Но он производит ошеломляющее впечатление и привлекает к себе толпы туристов. Если на испанской лестнице с лета 2019 года запрещено сидеть, то на фонтан этот запрет не распространяется, и каждый из вас может присесть и отдохнуть у одной из главных достопримечательностей Рима. Испанская лестница, а на самом деле скалинато Тринитаде и Монти, была задумана французским послом в Риме. Он предложил соединить испанскую площадь и церковь Тринитаде и Монти, союз дружеских отношений между двух стран Франции и Испании. Как вы помните, на площади находится дворец Испании, а на холме стоит французская церковь Пресвятой Троицы, в которой до сих пор мессы проводят на французском языке. Так вот, французский посол решил потратить на сооружение лестницы собственные средства и предложил увенчать лестницу конной статуей короля Франции Людовика XIV. Это, конечно же, вызвало гнев папы Римского, и проект постройки лестницы был временно отклонен. Но позже все-таки лестница была сделана. Зато в убранстве лестницы мы можем рассмотреть геральдические лилии бурбонов и символику папской власти, а это орел и корона.